Да, всем привет, Михаил Гриванов меня зовут, спасибо Николаю Трубину за представление. Ну что же, Мелбет, первая лига, это 11-й тур, это стадион Шинник. Это город Ярославль, город, который находится в списках всемирного наследия ЮНЕСКО. И поэтому сюда так трудно добраться, очень тяжело найти сюда свободные билеты. И Николай Волошин уже держит... Да, матч стартовал! Поехали! Ну что, торпеда! Что у тебя по торпедо есть? Тот с мячом, снова Шевченко, две голевые у него. Ух ты, какой прострел! Там Равиль Нитфулин ему ассистировал, тот набегал и прям... Тем, что здесь арбитр не дал свисток, пока мяч уже у штрафной. Дальний удар уже что-то похожее на потенциальный момент. Максим Максимов, еще одну воздушную доставку, но... Вот только сейчас мяч доходит, и мяч штрафной удар! Какой опасный в исполнении Ираклия Манилова! И это первый угловой в этом матче, кстати! Теперь слева. Как же здорово здесь поменял фланг. Это Малахов. Один в один сыграет против Бородина. Малахов под правую ногу. Малахов! Вот это да! Вот это да! Это соло-проход. Это космос-проход. Фланг сменил. Всех обыграл. Причем справа проходной двор у торпеды. Нам сейчас повторяют эту атаку, как переложил Малах. Но это его игра. Вот пятился, пятился назад Сергей Бородин. И мне кажется, он это делал зря, потому что мастер мяча Артем Малахов, он нашел свою позицию. И Егор Бабурин был близок к тому, чтобы вытащить. А все началось с Самойлова. Это его прессинг. Самойлов бьет и... Еще раз касание. Это не Чубаев был, это Бородин. Мяч залевитировал. И дальний удар. И здесь хорош. Сергей Айдаров. А мы еще раз наблюдаем, как мяч... завис в воздухе над вратарской, оказался уже на границе штрафной, и оттуда, причем через толщу защитников Шинника, косарь, уж простите за такой простонародный удар под левой, перекладина, что ты делаешь? 9-то залетит, и все так замерли, потому что сделать уже ничего нельзя, это было феноменально. Еще раз, да, скачущий мяч, и там, кстати, небольшой рикошет от ноги защитника, еще вступил в ход. Мы сегодня упоминали с тобой шахматы, сейчас вот... В один балл ведет Дмитрий Николаевич Черышев. И вот они замены. И вот она возможность сравнять счет. Ой, как здорово. 1-1. И это Александр Чупаев. Вот, собственно, с такого же положения Артем Малахов сейчас забил. Вот нам показывают повтор. И также, да, из-за спины просто выскочил Чупаев защитника. И не стал думать, он просто с левой попал. Мне кажется, это голы-близнецы. Примерно с одной точки, мне кажется, были забиты в один и тот же угол. В одни и те же ворота. Больше того. Ну, Чупаев... Вот они играют головой, но не так далеко и не так точно, как хотелось бы хозяевам. Вот он, дальний удар. И вот уже сполна воспользовался Владислав Галкин. За пределы поля, потому что финальный свисток раздался. Николай Волошин эту игру завершает 1-1. Что за матч мы с вами посмотрели. Шинник усилиями Артема Малахова лидировал на протяжении такого, знаешь, добротного количества времени.